На конкурс дети читают стихи. Дьяков Филипп, 7 лет, город Москва. Если мамы дома нет, очень-очень грустно. Если мамы долго нет, то обед невкусный. Если мамы рядом нет, холодно в квартире. Если мамы близко нет, плохо в целом мире. Если мама далеко, очень детям нелегко. Я скажу вам прямо, берегите маму.